Всем привет, ребят! Сейчас мы посмотрим с вами песню от группы Motionless and White. Вот, Саша на нее уже делала реакцию, эта песня называется Werewolf, но я, как обычно, во всем опаздываю, поэтому я сейчас посмотрю. Мне будет очень интересно, потому что Сашка в этом что-то очень-очень красивое и очень-очень потрясающее. Давайте смотреть. Let's go! Очень крутой клип, очень красивый, замечательный, просто отвал всего. Это настолько круто сделано, мне нравятся эти декорации, это образы, их еще классная отсылка к Майклу Джексону, там фразах, движениях. Также вот эти красные кожаные куртки, я хочу такое, потому что это выглядит прям офигенно круто. Макияж у девушки потрясающий, образы у всего, ну, у всех танцоров там очень клево выглядит. Песня сильно запоминается. Мне понравилось от и до в этой песне. Крис в этом пальто очень круто выглядит. Потрясающе просто. Это очень красивый клип. Я на таких клипов красивых еще
Не встречала, потому что здесь очень огромная работа приложена, что в стилистике клипа, что в задумке, в самой музыке. Мне так понравилась эта фраза, когда они Вервульф произносили, хотела почаще слышать голос Криса офигенный. Ребята сами классно выглядят, мне нравится у них образы, очень круто выглядят, очень классно. Все у них детально сделано. Прям работа там, не знаю, на миллиард, наверное, сделана. Вот. Супер, мне нравится. Поэтому однозначно здесь 10 из 10. Супер круто выглядит. Мне зашел этот клип. Мне эта песня очень сильно понравилась. Я, наверное, на репите раз 100 послушаю еще. И даже больше. Выглядит, конечно, не круто. Я не могу описать свои чувства, потому что это классный, потрясающий клип. Блин, это потрясающе. Это... А, моего слова, правда, нет. Ну, это эстетика, это очень красивая эстетика, вот эти все готические образы, вампиры, оборотни, вот это все круто сделано. Это, да, ребята заслужили огромную похвалу и очень-очень много просмотров, поэтому спасибо вам большое за такие классные песни, то, что делают такие потрясающие клипы, вот. А вам, ребят, спасибо за просмотр моей реакции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До скорой встречи в новом видео. Всем пока!